А вы видели? Слышь, Слав, Слав, ты видел? Игрок Team Vitality Матье сын дерьма Зайву закончил выступление на IEM Benji Online 2020 по CSGO для Европы с рейтингом 1.31. Снайпер Na'Vi Александр Simple Костылев уступил ему на 0.01 очка. Зайву 1.31, Саня 1.30. Это таксист Жора. На самом деле у меня свой бизнес. А это так, чтоб город лучше узнать. И уже 20 лет он возит людей. Куда прешь, муть? У планта остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Что за... Э! Телефон! Че только не придумают. Не-не-не, че за аниме? Э, забери обратно! Э, меня пацаны не так поймут. Пацаны поймут правильно. Easy Drop. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. А когда будут эти итоги лучшего игрока года в CS? В конце года. Ну, то есть скоро уже, да? У них же бласт, у них бласт сейчас. А, через один день он пишет. В смысле, через один день? Он в декабре начинается. Ну, Турё меня завтра пишет. Либо в будущем? 24-29 ноября. 100-150. Так они же в этом, как там называется это? Ну, оно называется шоу. Бласт? Слово такое идет там, ну. Да. Вот, ну там нет Na'Vi, брат. Ты уверен? Я прям сейчас на халтове сижу. Да я просто зайду, короче. Na'Vi. Сингл, элиминейшн. Так это же этот, отборы. Все, вижу, бласт 8-13 декабря. Вот. IM Global Challenge. Ну так у них есть шансы тогда получается. Да нет, Санёк ебал как ёбан. Ну он, я думаю, не расстроен, потому что он играл хорошо. Он так хорошо играл, пиздец. Он такую хуйню ставил. А мне почему-то кажется, знаешь, что когда ты ебёшь, обиднее проигрываешь. Не, у Сани немножко не так работает. Он очень сильно расстраивается, когда он индивидуально показывает плохую игру. Вот у него был месяц назад, он такой расстроенный был, серьезно. Я ему писал, то, что он мне отвечал. Я прям, ну типа, знаешь, я прям прочувствовал вот эту всю тяжесть. То есть, понятно, я ничего не буду говорить, но я говорю, что он так расстроился, это пиздец. Он, так, он к этой игре относится, знаешь, как просто, блядь, как ко всей жизни. Ну, это так и есть для него, наверное, брат. Это так чувствуется, это просто пиздец. Ты с ним, типа, говоришь, он такой, да, хорошо, типа, ну, я не переживаю, типа, ну, все хорошо, там, не парься. И просто ты смотришь на его лицо, а он прям поникший, такой, типа. Я понимаю. Он очень переживает по поводу именно своей игры, прям, очень сильно. Он прям себе, знаешь, он, короче, очень строг к себе, типа, в этом плане. Ну, возможно, это, кстати, хорошо. Ну, возможно, как раз благодаря этому он, блядь, лучше. А ты лучше за его давал, да? А, нет, ты же не мог смотреть. Не, а что там было? Два эйса подряд, да, там, по-моему, было, если я не ошибаюсь. Два раунда, два эйса? Там, короче, или через один, или два подряд. Сейчас чат напишет. По-моему, там два было, два подряд эйса было. Там он вытащил, короче, у него было 6 хп, у перфекта было 100 хп, он его убил. Там такой тильт был. У симпла было плюс 48 киллов за игры. Да, пишут, два подряд. Мне там сказали, он где-то 50 набил, да, в какой-то игре. 50? Или не набивал? Не, 50, по-моему, не было. Сейчас я чекну. На первой 27, второй 37. Не, я не помню, чтобы там было 50 точно. Не, 50 не было, 37 было. Наебали меня, значит. Нет, 37 это пиздец. Ну, типа, 37 это пиздец счет. А почему, слышь, почему на халтовой в Best of 3? За ничего тренер играл в какой-то игре? За Виталити. За Виталити? Они замены играли. У них почему-то 6 игроков, типа. А, да, у них... У них... Другой Кент начал другой играть. Да, у них играл Кент другой. Чисто из зала взяли, блядь. На каждую игру новый состав. Так он еще, блядь, он так хуево как-то играл, а потом... Бля, а почему они играли? Они одну игру играли с ним, одну игру с другим, одну с ним, одну с другим. Ну, тестили на финале. Набор в клан, ёпта. Так ты видел, кстати... А, блядь, он ушел. Ебучий, блядь, бупстер. Вот этот чел, короче, Невера, который играл замены, он отыграл лучше всех. Типа, ну, если вот так по КД смотреть, вот он, типа... А, нет, у Зайву плюс 17, у него плюс 14. Но это все равно охуительно. КД 1.30. Найс замена, блядь. Чел с щитом какой-то шпилит, нахуй. Райза? Чат, мне нужно провести вот эти видосы. Если я после них себя буду чувствовать заебок, то мы пойдем Райза еще посмотрим. Сейчас всем чатом плакать будем, вы охуеете. Сейчас просто... Сейчас мне Тёма скидывает все поочередно. Сейчас готовьтесь всем чатом, блядь, ныть. Я надеюсь, никто не смотрел видосы до сегодня. А, это брат скрима, хайповоз давно ушел. Ничего, в следующий раз повезет, сука. Это не замена, а шестой игрок. А, это так, это официально так можно? То есть, типа, Невера играл те карты, в которых, он же вместо Шакса играл, правильно? Вместо Шакса в какой, он же был вместо Шакса. Он играл вместо Шакса, правильно? Потому что на Нюке, я помню, что был Шокс, а на Дасте был вот этот Невера. А Невера еще играл Инферно вместо Шакса. А и Мисуты на Нюке Невера играл. А, вместо Мисуты он играл на Дасте, а на Инферно играл вместо Шакса. Ебать! Это же гениально! Выпускать игроков, у которых сильнее та или иная карта. Охереть! Это же гениально просто! Ты меняешь чела, который не любит эту карту, на чела, который любит эту карту. Бля, ну французы, это пиздец.
пиздец. И плюс еще отдых. То есть 5 карт это очень жестко. То есть он там чел еще отдохнул одну игру, зарядился энергией. Бля, просто 2 карты в ноль выебанные. Бля, я говорю, я только сейчас понял. Слышишь, Слав? Ты понял, как они сделали? Они пикали одного чела, который сильнее на другой карте, и убирали самого слабого на этой карте. А так можно было сделать? Так может остаться 20 человек нахуй. Охуеть! Рейде, смотри, короче, они на Дасте убрали Мисуту, добавили туда Неверу, а на Инферно убрали Шакса, добавили Неверу. А они типа, блядь, в Праке в шестером интересно играли. Какой-то, что ли? Ебать. Не знаю, как они играют в Праке. Типа, скорее всего, тоже заменяют на картах. Говорит, это суп. Все, раздевайтесь, включайте камеры. Нормально, чисто суп, бля. Прикинь, просто сидят 4 кита и суп нахуй за всем столом. Просто, знаешь, такая тарелка, бля, и ложка, ёпта. Говорит, добавили, убрали, я шакшуку какую-то, блядь, выхабели. Что, блядь? Что ты вообще чё, дура тупая? Это, по-моему, суп такой. Бля, завалила б ты ебучку. Бля, когда мне стримить? Заебали, блядь. Получается, сегодня рейд залетает аринян, блядь. Походу. Строго не хочет. Сейчас Строго такой, заткнись опять, сука, блядь, что ты делаешь? Кто завалил ебучку, получается? Мне кажется, Строго скоро, блядь, Славу убьет просто. Слава его накажет. Давай дадим. А я постоянно слышу, как будто рейда предлагает. Блядь, наверное, порчу уже нагоняет, нахуй. Ну и чё, Вадя? Ко-ко. Чё ты скажешь? Подожди. Что, блядь, Наташ? Ну, чахах били, блядь. Ну, практически то же самое, то, что ты сказала первый раз, блядь, так сказать. Я ввел слышку, которую ты сказала в начале, блядь, и у меня первый раз такая хуйня была в гугле, что мне вообще ничего не выдало. Мне сказал, что, блядь, по вашему запросу ничего не найдено, нахуй.